День патриотизма учредит 6 августа. Это я вышел инициативы в Государственную Думу, отправил руководству Государственной Думы, руководителю фракции письма о ассоциации Аванти. Идея пришла в голову мне в связи с событием, санкциями, да, что еще раз доказало, показало, что нам необходимо в стране праздник. Вид спорта уникальный. Это объявлен национальный день России. Я считаю, что и целесообразно, если учредили такой праздник для подрастающего поколения нашей страны, это очень важно, патриотизм, она объединяет народ, и предприниматели, и военных, и люди дела. Поэтому мы считаем и уверены, что такой праздник в России должно быть. Скажите, а почему именно 6 августа, почему именно этот день? 6 августа как раз были ответные меры, эмбарго ввел глава государства, подписал указ 6 августа. В связи с этим, поэтому именно 6 августа мы определили день. Вот что вы вкладываете в понятие «настоящий патриот»? Для вас настоящий патриот – это какие качества прежде всего? Я считаю, что настоящий патриот, конечно, он должен любить само собой свою родину, свою страну и работать на благо своей страны и процветание нашей страны. Кто для вас является самым блистательным примером настоящего патриотизма? Я считаю, что примеров, конечно, много. Так, я считаю, что все-таки патриотизм или патриот, я даже раньше, мы сейчас, в данный момент, даже многие думают, что, как сказал, многие не знают, что такое слово патриотизм, не понимали, что это слово. Но я считаю, все-таки патриот, патриотизм – это тот человек, который имеет дело и душе, и любит свою страну, родину. И, а примером много, да, патриот нашей страны. Ну, это из области спортсмена, политики, бизнесмены, предприниматели, доктора, кто? Если конкретно по политическим убеждениям или там по спортсмену, есть там по разным видам спортсмена, есть там Войсар Сайтиев, например. Я считаю, что даже я смотрел его интервью, перед когда он выиграл в 2006 году Олимпиаду, он тогда сказал слово «патриотизм» для него важно, в его жизни даже, я смотрел интервью его. В сфере хоккея я считаю, что Вячеслав Александрович Фетисов – легендарный пример подражания для наших спортсменов. Политика, само собой, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, пример для себя, да, патриот настоящей своей страны, показывает, как надо работать и так далее.